Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и наконец-то я получила вторую часть заказа по 9-му каталогу Avon. Здесь должен быть пакет-сюрприз, может быть, мне положили то, что не доставили в первом заказе. В общем, я даже боюсь представить, что там, и распаковывать страшно. Давайте начинать. Открыла коробку, вот как тут все лежит. Счет, фактура вообще в непотребном состоянии. Пакет-сюрприз. Он есть, слава богу. Мятая счет-фактура. И я вижу даже один должок. Вообще интересно. Так, что у меня под кодом 5? Парфюмированный лосьон для тела Persif Dieu. Тин-желе для губ, который не пришел в прошлом заказе и в этом стоит под кодом 5. Я не сомневалась. Ну, давайте начнем, девчонки. Я заказала набор Persif Dieu, хотя бы туалетные водички пришли. Вот они две. Большая в слюде, маленькая нет. Но без наклейки. Она в слюде, но не польская, девчонки. Здесь по-русски сзади написано. И маленькая. Мы взяли с соседкой, с подружкой напополам этот набор, потому что понравился аромат на лето. И я решила, что отдам ей вот этот большой парфюм, а себе возьму маленький. Я больше люблю, кстати, такие форматы. Вода не быстро надоедает. И себе я хотела взять лосьон. Ну, может быть, лосьон когда-то мне придет. Вот 30 мл. Вот так выглядит флакончик. Давайте потестируем аромат. Мне по страницам каталога понравился. Прям вот летний-летний. Ой, да, нравится. Нравится, нравится, прям нравится вообще. Ой, красота какая. Мне кажется, он будет стойкий, по крайней мере, должен быть. Очень интересно будет посмотреть расхождение 30 мл и 50. Я сейчас спрошу разрешение, а если она мне разрешит его сейчас вскрыть, я его вскрою. И мы с вами вот ради интереса сделаем за тест, потому что существует такой миф, он и в Faberlic существует, что парфюм 30 мл и 50 отличаются по стойкости, по содержанию спирта и так далее. Сейчас подружка разрешила, вскрываем. Сейчас сравним, девчонки, с вами протестируем, действительно ли эти ароматы отличаются, чтобы развеять в конце концов этот миф раз и навсегда. Еще, конечно, бытует мнение, что отличаются ароматы малышки, потому что они более концентрированы, особенно которые 9 мл шариком, да, они вообще масляные. Но я тут спорить не буду. Красивый, кстати, флакон 50 мл, такой прям, да, очень красивый. Так, я на другое запястье тогда пшикну вот эту водичку. Сейчас освежу малышку. Слушай, не пойму даже. Никакой разницы, девчонки, абсолютно никакой. 30 и 50 мл. Никакой разницы ни по насыщенности, ни по содержанию спирта. Оба аромата изначально бьют спиртом в нос, это все понятно. Никакой, абсолютно никакой. Так что, девчонки, я этот миф, по крайней мере, в этой туалетной воде, да, развеяла для себя и, надеюсь, для вас. Разницы никакой абсолютно. Я думаю, по стойкости, так как шлейфовость вот эта вот, и стойкость, она тоже чувствуется при первоначальном нанесении. Я думаю, по стойкости они тоже будут одинаковые. Код этого набора, девчонки, не знаю, лосьон не придет, когда-нибудь не придет. Набор Persif Dieu, код 980-66-64. Наборчик. Пришел долг мне. Это водичка Yves Confidence. Вот такая вот желтая. В прошлом заказе мы заказывали с подружкой, тоже это ее любимый аромат, набор. Брали малышку Yves Confidence, именно вот такую желтую, лосьон и вот эту 30 мл. Там была хорошая цена за такой наборчик и мини-формат. Вообще очень удобно носить с собой, да, там на работу или куда-то еще. Блин, мне нравится Persif Dieu. На лето вообще шикарный аромат. Прям я в восторге. То, что у меня все такие шлейфовые, какие-то древесные, ничего такого летнего не было. Так, ну и все, в принципе, остался у нас с вами пакет-сюрприз. Сейчас будем его распаковывать и смотреть. Да, все. Слава богу, он хотя бы пришел. Я надеюсь, что он будет более-менее. Я уже тут вижу, чем он светится. И предчувствую. Слушайте, не, ну, ну ладно, ну ничего. В общем, первый продукт, это Дейзик. Для мужчин, для мужа подойдет, пускай, пожалуйста, пользуется. Это у нас One Duty, 48 часов защиты. Ну ладно, пусть будет, бог с ним.
Сейчас мы с вами его распечатаем, хотя бы запах посмотрим. Лаки для ногтей лежат, да. Я не пользуюсь лаками для ногтей. Если я и делаю маникюр, то это только гель. А сейчас я вообще не делаю. Смотрите, когда снимаешь этикетку, испачканный флакон. Это, конечно, не айс. Вообще ее не надо было, наверное, снимать. Нужно было ее разрезать. Ну ладно, пусть теперь будет так. Это я что-то, наверное, не подумавши, да? По аромату. Еле уловимый такой приятный аромат. Даже шипровых ноток никаких не чувствую. Ну ладно, надеюсь, он будет справляться со своей функцией. Пускай будет, бог с ним. Так, следующие два продукта — это, конечно же, лаки для ногтей. Не знаю, кому-нибудь подарю, может, дочь себе заберет. По оттенкам, значит, Berry Shimmer. Что это у нас за оттенок? Не знаю, кто-то еще пользуется. Нет, ну я знаю, девчонки пользуются обычными лаками, но мне кажется, сейчас уже все от них отходят. Ой, слушайте, красивый. Может, даже когда-нибудь и намажу ноготочки. Смотрите, какой красивый. Я вам сейчас поближе их покажу. Классный. И второй Dusty Fog. Первый с шиммером прям лак. А, но это вот такой вот нейтральный. Вот таким вот на работу мне еще, в принципе, можно намазюкаться. Не знаю. Сейчас покажу вам эти оттеночки поближе. Смотрите, девчонки, вот первый. Он такой красивый, да, с переливами, с шиммером. Правда красивый. А вот второй, так себе, серенький какой-то, унылый совсем оттеночек. Вот этот красивый, да. И вот если бы не вы, даже бы не стала, если честно, заказывать этот пакет-сюрприз, потому что, ну, в последнее время ВКонтакте, в группе, по крайней мере, официальной, точно все пишут, что приходит полная Г. Четвертый продукт, да, четвертый, это вот эта вот штукень. Avon Free. Для мужчин гель для душа, я так понимаю. Шампунь и гель для душа. Слушайте, ну тоже пригодится. Почему нет? Да? Приходит незапечатанный. Аромат. У меня теперь персив дью кругом облаком. Приятный. Действительно приятный. Они с этим дейзиком, наверное, прям вот похожи очень сильно по аромату. Приятный. Пускай будет, ладно, гель для душа мужу. Ну и пятый продукт, девчонки, это туалетная водичка, ванилька, как я понимаю, да, моноароматы ионские, ваниль, наверное, судя по всему. Где вот тут по-русски написано, что это? Velvet Amber. Ну, ваниль вроде всем приходит, в группе фотографии есть. У меня не было этой водички, но была у подружки, и я как-то, мне прям понравилось на ней этот аромат ощущать. Так как у меня такого парфюма нет, я, в принципе, ну, не сожалею, да, пускай будет. Такой бюджетный вариант. Здесь сколько у нас, наверное, чуть не прибил он меня, 30 мл. Крышка, конечно, вообще огонь. Точнее, ее отсутствие, да, только вот эта вот заглушка. Они даже без крышек приходят, прям полнейшая экономия. Давайте потестируем этот аромат. Слушайте, ну он приятный. Нет, он приятный, он наверняка не очень стойкий. Но все равно приятный. Девчонки, что-то это не ваниль. А, нет, вот все, раскрылся. Спирт опять в нос бил. Да, ванилька. Приятный аромат, тоже маленький такой, в сумочку положить на лето, пускай будет. Девчонки писали, что просто Avon завалил в пакетах, сюрпризах, в разных призах этим ароматом. Но так как он у меня первый, поэтому пускай будет, да, рада. Рада всему, в принципе, не считая лаков, потому что это бесполезный для меня продукт. Ну, может быть, кому-нибудь когда-нибудь и пригодятся. Ну вот и все, девчонки, пишите, кому какие призы, точнее пакеты сюрприза приходили, очень интересно, потому что под одним и тем же кодом, да, вот у меня код пакета сюрприза 03589. Нет, девчонки, это не то. Пакет сюрприз 03589 и пакет сюрприз 134-30-19. Да, 134-30-19. И вот именно под этим кодом я видела абсолютно разные составы у девчонок ВКонтакте, кто отзывы оставлял, кому что уже приходило. Пишите, девчонки, что пришло вам. Мне очень интересно, на самом деле. У меня склад Москва. И вот такая вот, вот, ну, не скажу, что хрень, в принципе, нормально, нормально, ничего, ладно, не буду жаловаться, за 399 рублей получается, да, без скидки у нас, вот эти три продукта, это нормально, а лаки уже бог с ними, они, наверное, их везде и вон пихают в любые пакеты сюрприза, насколько я поняла, последнее время.
работать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео вам понравилось и было полезно. Если это так, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами. До встречи. Всем пока-пока.